Добрый день, друзья. У меня недавно вышла новая книга, называется «Речь Ра». Вот такая она по форме, вот такая по картинке. В ней очень важно следующее. Во-первых, она является расширением той моей предыдущей книги, которая была написана уже лет, наверное, 20 тому назад, может быть, 15. Та книга называлась «Книга Ра». Это уникальная такая книга. Она чем интересна? Тем, что я ее написал, саму эту книгу. Она небольшая, была изначально страниц, может быть, 20-30. Я ее написал как-то за одну ночь, приехал в Тулу, что-то на меня такое не зашло первый раз. И я прям бах-бах-бах-бах-бах. И главное, что все абзацы были под номерами. И книга, она была посвящена одной такой странной теме, о которой раньше не думал. Это тема, как появились буквы, цифры и вообще символы. Откуда они взялись, вот то, что мы сегодня используем для себя, ну, например, там истеричное счисление, какие-то азбуки, алфавиты, вот откуда они появились, и самое главное, что они под собой несут. Вот это была задача. И вот я помню, я приехал в Тулу из Москвы с работы, условно говоря, сел отдыхать. Вечером там часов, наверное, знаете, сколько было? Ну, где-то час ночи, наверное. И вдруг прям я прям почувствовал, как какая-то сила меня так, как говорится, торкнула. И я до 8 утра написал эту книгу на компьютере дочери, прям всю вместе со всеми чертежами, со всеми выкладками. И главное, что у нее язык был другой. Язык этой книги был, ну как бы вам сказать, примерно похож на библейский язык, вот как в Библии написано. То есть такой, знаете, сказочно возвышенный такой. Я таким языком никогда тогда не писал, и он для меня был чужд. И когда я это все написал, я даже удивился. И вот прошло какое-то время, я не знал, что с этой книжкой маленькой делать. Потом пришла мысль, что надо ее как-то растолковать людям, и появилась та самая большая книга, которая называется «Книга Ра». Это уже солидное издание, в котором я объяснил саму книгу Ра с точки зрения всех символов, которые нам сегодня известны, ну и показал там определенные какие-то следствия этой книги. Получилось, что я открыл периодическую систему букв, которые у нас сегодня используются. Ну и вот дальше шло исследование всего этого материала, я его постепенно сам понимал, что это такое, и со временем он как бы для меня раскрывался. Прошли вот эти 15-20 лет, и я написал вот эту книгу «Речи Ра». Она уже заключается в следующем. Вот те первоначальные строки той самой тоненькой книги, там было всего 69 строк. Это от начала, когда ничего не было, до окончание какого-то. Вот я тогда еще даже не понимал, но книга была закончена на форме календаря, вот такого круглого, того, по которому мы сегодня живем. И я раньше не понимал, почему именно на этом месте, что это значит. И вообще там много было загадок. И когда я начал писать свою книгу «Речи Ра», я поставил себе задачу следующего образа, что я беру каждый такой пунктик, ставлю его в виде эпиграфа, и дальше делаю текст, расширяю этот пунктик, растолковывая его не так, как прежде, на каких-то других источниках, а как бы вот с того момента, как я его сам теперь понимаю на сегодняшний день. А на сегодняшний день я теперь понимаю все эти позиции книги Ра как описание того самого момента и периода в нашей с вами игре, когда начали появляться персонажи, игроки. Сначала ничего не было, сначала вообще ничего не было. Потом появились определенные какие-то, ну скажем так, телодвижения, например, образы вот света, тени, вот такого плана. А потом начали формироваться дополнительные игроки, которых мы сегодня, или которых за нас называют языческими богами. А потом уже в конце, после того, как все эти языческие боги, ну я об этом еще подробнее скажу, появились, дальше пошла следующая стадия, это наше сегодняшнее материальное состояние. Мы преобразовались в материю. Ну и последнее, что в этой книге написано, там 4 части, вот 4-я часть о том, куда мы движемся. То есть мы движемся в виртуальный, в цифровой мир, и, собственно, как все это будет выглядеть, на чем это все будет построено, когда и как с этим, как говорится, бороться.
Так что книга «Речи Ра» содержит четыре части. Первая часть, знаете какая? Она вот описывает только то, что чего не было вообще. Был один Ра, а Ра – это, знаете, как бы идея, первопричина, это идеальный образ. То есть можно сказать, что его не существует вообще. Это как бы логический ноль. Но вы знаете, что логика наша состоит всего лишь из двух элементов. Первый элемент – это «и», «не», а второй элемент – это повторитель. То есть «и», «не», «не». Это логики, те, кто занимается компьютерами и компьютерными технологиями и логическими элементами, все это знают. Вот из этих двух элементов состоит вся наша сегодняшняя математика и все наше с вами программирование, ну и, естественно, как вы теперь знаете, состоит наш искусственный интеллект, который мы создали. То есть интеллект состоит вот из этих двух логических операторов. Любой. И наш искусственный, и наш неискусственный, хотя кто его знает, какой он там у нас в голове. Так вот, как работает этот логический первый элемент? Представляете, что вы наблюдатель. Вы смотрите на какую-то ситуацию и не видите ничего. Нет вообще никаких зацепок, что в этой ситуации что-то есть. И вот представляете, эту ситуацию рассматривает логический элемент «и», «не». И вот если на ножках, на входах «и» везде одни нули, то есть ничего нет, ни света, ни тени, ни электричества, ни расстояния, ни времени, ничего просто нет. Вот в этом случае логический элемент срабатывает и выдает вам единицу, которая говорит, что да, существует такое место, где ничего нет. Это место по физике называется материальной точкой. И вы все помните, что физика вся построена наша на том, как ведет себя материальная точка. Это в школе преподают. Поэтому получается, вроде бы как вы засвидетельствовали место, в котором нет ничего, но оно для вас из-за этого получается, что выделяется, и ваше внимание начинает на него переключаться. И после этого, как вы это место пустое, в котором нет ничего, обозвали материальной точкой, для вас сложилась вся физика и математика, и весь наш мир, в котором теперь есть машины и даже искусственный интеллект. Вот смысл хода мысли. Вот в первой части моей книги «Речи Ра» как раз описывается то, как вот тот Бог первый, это Ра, ну пусть не Бог, пусть это будет Дух, это наше как бы внимание такое коллективное, как он был в вечности и бесконечности, как он пытался идентифицировать хотя бы что-нибудь, хоть с чего-нибудь начать, хоть до какой-то границы добраться, как поставить границу, как сделать отрицательные, ну, допустим, числа, ну, то есть как все это начальное. И вот он долго там что-то делал, в принципе, все описано очень даже красиво. Я вам еще раз говорю, что язык этой книги, он особенный, он такой, ну, опять же, библейский, то есть такой возвышенный, какой-то странный. Когда я писал, я действительно входил в такое состояние литературное, когда я только мыслил даже этим языком. И вот писалось всегда примерно где-то немного. Страницы 2-3, максимум 3, это редко бывало. И вот такие, знаете, интересные какие-то эпизоды получались, какие-то примеры такие, какие-то, знаете, полужизненные, полуеще какие-то. Было тяжело описывать, потому что, ну как можно описать то, чего нет, да еще в большом количестве все это описали. Но со временем, я так вот каждый день немножечко писал, когда мысли посещали, и со временем получилось так, что эта книга, она создалась полностью, и когда я начал ее редактировать уже при втором прочтении, выяснилась интересная фишка. Опять повторилась та ситуация, что и с самой книгой «Ра». То есть я хотел подрихтовать текст, получше его сделать, ну где-то улучшить, может там какие-то обороты, и получилось так, что я не могу вставить ни одной буквы, не удалить ее. Все вот настолько сцеплено во фразах во всех этих, что оно... Я уже при повторном этом подходе я не могу сделать лучше, по крайней мере на сегодня, может быть когда-нибудь там что-нибудь я исправлю. Но книгу «Ра», например, я так и не смог ни разу исправить за все эти 15-20 лет, но ни одной буквы не получилось исправить, даже удивительно. Так вот, вторая стадия этой книги «Ра», когда уже сам «Ра» уже что-то оформил, первые какие-то свои шаги, что-то там появилось, свет, тень, вот какие-то первоначальные моменты, то вторая стадия этой книги, она описывает то, как был создан мир богов.
Конечно, сегодняшняя церковь называет их языческими божествами. Это совершенно неправильно, потому что те боги, которые были в русскую старину, когда это называется языческими временами, сказочными временами, сказочные персонажи, это я вам уже гарантированно говорю по результатам всех своих исследований, это физические величины. Это то же самое, что мы с вами называем вот сегодня в школе, например. Как зовут мужика, который придумал электрический заряд? Отвечает ученик: Кулон. Вот это божество. А как зовут мужика, который придумал электрический ток? Ампер. Ну и так далее. А как зовут мужика, который придумал этот самый электрическое напряжение? Вольт. Вот из этих самых вольтов, амперов и тому подобное и складывается сегодняшняя реальность, которая опирается на них, как на физических божеств. Они даже фамилии везде ставят, что вот, знаете, за каждым электрическим зарядом стоит кулон. И он вот от единого своего пространства кулонов, он отделяет вот там половиночку какого-нибудь кулона, это огромный-огромный заряд. То есть вы понимаете, в сказочные времена все точно так же было. Сначала пространство, протяженность, это была корова, зимун, она образовалась, людям нужно было понять, что это такое. Потом образовалось время, что нужно пройти, вот, и как-то люди осознали, что да, существует какое-то время, как-то вот надо его понимать. Возник Верес, бог, дух или физическая величина, которая заведует временем, ну и так далее. И вот таких богов со временем набралось примерно 300 вот таких физических величин, языческих богов. И они преобразовали нашу землю из той метафорической, которой она была. То есть она была такая, знаете, ну как бы математически описанная, но не было на ней еще материальности. И вот когда появились 300 этих величин, этих богов, этих магов, вот тогда они, под началом Мартина Лютера, если европейскую историю брать, они вывернули нашу землю не наизнанку, как мы понимаем, то есть вот я майку взял, вывернул наизнанку, вот вам и изнанка, а вывернули ее совсем другим образом. Она сначала была такая идеалистическая, нематериальная, а когда вывернули, то вывернули ее материей наружу. Ну это примерно, знаете, как вот когда есть у вас там рак, у него есть экзоскелет, вот экзоскелет, он содержит то что-то внутри, а человека сделали, взяли рака, вывернули насквозь, взяли рака, и вот его, этот экзоскелет при выворачивании, он стал нашими костями внутри, а тело оказалось уже снаружи. Вот примерно так выворачивалась и Земля, и она стала после этого материальной. Материальная Земля стала в конце 19 века, в начале 20-го, вот этот переход, который описали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, и который начал воплощать Ленин. Это все происходило вот в эти времена, которые мы с вами знаем. И почему, собственно, начались Первая и Вторая мировые войны? Раньше их быть не могло, потому что воевать никто ни с кем не мог, не было материальных людей. Даже Наполеон, когда приходил, он был нематериальным. Наполеон – это буквально, ну скажем так, перелетный гусь, который прилетел с юга сюда, здесь позимовал и улетел себе туда-назад. Ну там посложнее эта самая ситуация. В своей книге «Бегущий по лезвию 2053» я ее описал. Но факт остается фактом, это примерно так было. Поэтому какая бы армия у этого Наполеона не была, ее не нужно было ни кормить, ни обувать, ни одевать, оружия ей никакого не нужно было. Ну, вы понимаете, ни материя не требует материальных затрат. А вот когда пошел материальный век, это 20 век наш, вот теперь 21-й, это уже стало материей, и войны уже стали материальными. Люди стали друг у друга отнимать жизнь на материальной основе. Не как раньше. Вот тебя вычеркнули из списков, из очереди, например, ты все, больше тебя нет в этой очереди. А сейчас нужно уже было там кинжалом или каким-то арбалетом причинить материальный вред. Это вот третья стадия, которая описана в книге «Речи Ра». И она уже связана с тем произведением литературы, которое мы с вами знаем под названием Библия. В Ветхом Завете прям первая книга, она называется «Книга Бытия», это начальный период, вот она начинается как раз с начала 20 века, все понятия там 20 века, там нет никаких более ранних понятий, и даже языка такого нет, даже вот слово «начало» –
который там стоит впереди, в начале Бог создал небо и землю, все трактовщики, все, кто только трактовал эту книгу, и святые, и блаженные, и все эти от церкви, то есть серьезные люди, они слово в начале переводят как постулат, система постулатов. С чего начинается наша математика, физика, любая наука? Это система постулатов. И если вы дальше окунетесь, например, в ту же религию, может быть, вы знаете, там есть такая система вот этих постулатов, они называются власти, троны. Ну, знаете, там покопайтесь в Википедии, вы это все найдете. Наберите, что троны, архангелы, власти – это 9 таких постулатов, на которых стоит вся современная материальная вот наша реальность. Причем это все абсолютно научно, это все абсолютно материально и нематериально. А самое главное, что книга «Речи Ра» показывает, что в основе нашего мира лежит программирование. Есть какие-то программисты, которые нас запрограммировали вот в таком виде в нашей реальности, и они либо находятся среди нас, либо играют нами, либо создали себе нас для какой-то цели. Чтобы параллельно, чтобы вы понимали, вот мы, допустим, в начале 20 века пошли по такому же пути, как эти самые программисты, и создали себе что? Обычную электронику. Мы создали резисторы, транзисторы, там все это такое прочее, и теперь вот эти элементарные базовые частицы, они позволяют нам сделать любую схему, которая функционально выдаст нам любой требуемый результат. Я как музыкант, я просто знаю все эти электронные вещи, я их сам паял, разрабатывал. Это и фильтры, это и генераторы, и исказители, и модуляторы. Все что угодно, делители, умножители, это все выдает в результате, с точки зрения музыки, ту самую музыкальную интересную такую палитру, которую вы слышите вот в музыкальном исполнении. А с точки зрения программирования получается, что электрическая схема, которую мы создали, уже мы материальные люди, мы создали из нее, вот из этих элементарных всех вещей, когда ввели туда ячейки памяти, это я тоже помню, знаете, какие первые были ячейки памяти? Это лист, железо, на один угол его подается звук, а с противоположного далекого угла снимается этот же звук и подмешивается к голосу поющего или говорящего. Это был первый ревербератор. А смысл его состоял в том, что пока звук от одного угла листа железного до другого доходит, он получает задержку. Эта задержка работает как эхо. Ну, конечно, все это, вы понимаете, это все было железным таким оттенком, но я такие ревербераторы паял сам. Я брал проволоку, которую натягивают на рамки, чтобы вот вощину нанизывать на эту проволоку и потом уже ставить в улей к пчелам. Я брал эту проволоку, она такая достаточно жесткая, у нее нормальные музыкальные звуковые характеристики, мотал ее в такую пружину, примерно 40 сантиметров, очень мягкая и она очень податливая. Делал для нее корпус длинный, клал ее туда, один конец прилеплял на клей к динамику, знаете, такие динамики были по полвата, маленькие совсем, и он эту пружину толкал своим телом, а на второй конец, вы представляете, вот до чего технической мысли тогда доходило, это все в институтские времена было, я брал иголку звукосниматель, помните, по пластинкам такая ездила, отламывал у нее саму вот эту тонкую головку, и там получалась такая трубочка, в которую я вставлял второй конец этой самой намотанной мною пружиной, и получалась линия задержки. Вот та, на которой работают сегодня компьютеры, только, конечно, все сегодня уже по-другому. И это была эхо, такая машина, которая и давала смещение, запаздывание сигнала, и получалось такое ужирнение. Конечно, все это сегодня смешно, все это звучало грязно, с металлическим привкусом, но это начинало работать с точки зрения будущих компьютеров. И потом, после вот этих всех, пошли компьютеры, стали формироваться линии задержки определенным образом, не буду как говорить, и мы получили в результате искусственный интеллект. Вот абсолютно так же от какого-то резистора, конденсатора мы прошли путь до искусственного интеллекта. Я как раз вчера делал какой-то фильм, там как раз у Путина спросили, а может ли искусственный интеллект быть президентом? Путин даже минуту молчал, он просто был ошарашен таким моментом, сказал, что нет, не думаю, но как-то не очень уверенно. И действительно,
Потому что искусственный интеллект, все, он уже сегодня имеет гражданство. Вы знаете, что робот получил гражданство Саудовской Аравии. Все это как бы не человек, но это наш с вами гражданин, который живет на этой самой земле. И если у него есть гражданство, он по Конституции имеет право избираться президентом той страны, в которой он гражданин. Вот и вам и все. А в книге Ра я написал это же, вот то, что я вам сказал сейчас в виде примера. Я вам в книге Ра уже дал тоже, только на шаг ранее. То есть, как создавали нас, чтобы мы дошли с вами до вот этих своих мозгов, до нашего естественного интеллекта. То есть, мы тоже основаны на этой элементарной базе. У нас элементарной базой является система из таблиц Менделеева, система этих химических элементов. Как подсоединишь их, какие цепочки поставишь, полимолекулы, вот те самые ДНК и тому подобное, вот так будет работать тот самый механизм. Если ты поставишь в какую-то систему, например, атомы кальция, у тебя получится просто материал, который будет называться кальцием. Ну, вот такой камешек какой-то. Но если ты, например, водород какой-то поставишь подряд эти самые элементарные частицы, у тебя будет какой-то воздух, ну, в смысле, газ водородный. Если кислород, то кислород. Если углерод, то будет какой-то углерод черный. Но если ты их поставишь в другом порядке, то у тебя получится полимолекула, которая станет основой жизни. И главное, что ее результат будет, это интеллект. Все, естественный интеллект. Поэтому, когда нам сегодня говорят, что какая-то эволюция была на Земле, ну, это бред бредский. Потому что, ну, нет такого. Никакой эволюции никогда не бывает. У нас ни один компьютер не вылез ни с какой свалки, эволюционировав там до какого-то своего состояния. Все компьютеры, которые созданы, все искусственные интеллекты, все, что только сегодня есть, мы создавали, мы. Ну, или там космические какие-то пришельцы нам привезли, как некоторые болтают. Поэтому и нас создавали таким же путем, но вот эти наши создатели, просто некоторые думают, что это инопланетяне, вот прилетели, значит, посадили, мы здесь выросли, как кактусы, и теперь бегаем за ручку, держа друг друга. А на самом деле нет, было не так, потому что то пространство, в котором находятся наши с вами изготовители, оно совершенно другое, оно нематериальное, это другая форма, ну, скажем так, какого-то явление, которое мы даже назвать не знаем как, потому что мы его никогда не можем понять. Это примерно то же, что вот из телевизора, допустим, вот нас сняли, мы в телевизоре сидим и друг другу говорим, а знаешь, вот там за экраном люди, говорят, живые обитают. Ну как вот ты проверишь? Ну как? Мы-то электрические, как мы можем проверить людей, которые сделаны из мяса? Вот так же и здесь. Мы не можем, мясные, мы из мяса, мы не можем проверить каких-то персонажей, которые мы даже не знаем, из чего сделаны. Но то, что они есть, это доказывает наше существование. Раз мы сделаны, раз мы существуем, значит, существуют какие-то и другие предки, которые в другом пространстве, времени, там, в других частотах, в чем-то в другом. Это, конечно, надо исследовать, но вся аналитика, сделанная мною, да и многие уже к этому присоединяются. Я вижу уже очень много фильмов и сделали другие. Люди начинают понимать, что это правильно. Есть и поддержка науки, естественно, потому что я вам пример-то из нее привожу, а не из каких-то там потусторонних вещей. Вы заметили, что я, например, эзотерикой никогда не пользуюсь, потому что, ну как бы эзотерика, ну а зачем она, если есть наука, которая все это доказывает, зачем нам нужны какие-то выдуманные ситуации, которые они нам, ну, просто, как говорится, не к месту. Так что, получается, книга «Ра» состоит из четырех частей. Первая часть – это когда ничего не было, и что-то начало появляться. Ну, я скажу такую параллель, как вот женщина была не беременная, и вот прилетел какой-то один сперматозоид, там с чем-то соединился, и вот что-то начало получаться. Первая гамета, первая клетка, ну, вот что-то такое, вот, которое, ну, человеком никак не назовешь, ни Богом, ни человеком, даже материей особо не назовешь. Вот что-то такое, совокупность каких-то бульонов с каким-то другим бульоном, вот соединились, вот вам соединение. Это первая часть. Вторая часть – это когда уже стали формироваться под конкретные задачи конкретные божества. Это научные, опять же, все основы, ну и так же, как вот у женщины, когда клетка начала множиться и стали формироваться органы. В результате этого
момента уже сформировался, вот если у женщины, то нормальный такой здоровый плод, который приготовился к выходу в наш материальный мир. Он, его еще нет. Вот женщина ходит, да, живот большой, но человека вот этого второго еще нет, его здесь нет, у него ни паспорта нет, представляете, даже ни QR-кода нет, ну ничего вообще нет. И фактически его в мире еще не присутствует. А потом уже вот третий акт, это уже материализация. Ребенок рождается, ему делают необходимые анализы и свидетельства о рождении. Все это готовый механизм, человеческий механизм, который приходит в нашу жизнь. Это третья часть этой книги, это материализация. Вот эту третью часть нашей книги, эту третью часть моей книги, описывает как раз та самая библейская история, это Ветхий Завет и Новый Завет, которые вот описывают тот материальный мир, в котором мы живем. Они не описывают предыдущие стадии, поэтому я вам почему говорю, что весь материальный мир, он с 19 века, с 20-го, потому что нет источников, которые могли бы описать древние все промежутки, потому что тогда не было ничего материального, никаких книг, ничего. Библия действительно самая первая книга, и она описывает ту нашу реальность, в которой мы с вами сегодня вот и обитаем. И, наконец, четвертая часть – это постапокалиптическая часть. Это когда вот Библия закончилась со всеми своими заветами, и получилось, что там идет вот эта книга Апокалипсиса. И когда она проходит, все вот эти войны, которые сегодня пытаются разжечь, или они там горят, или как-нибудь тлеют, вот когда это все заканчивается, и мы с вами переходим в четвертое состояние, можно назвать его цифровым, виртуальным или каким-то другим, но мы, самое главное, заметьте, это не просто, что мы перешли в цифру, это все ерунда, а это то, что мы с вами, обладая своим интеллектом и материальностью, то есть мы материальные с естественным интеллектом, создали на материальной основе нематериальную компьютерную виртуальную жизнь с искусственным интеллектом. То есть мы породили новый мир. Новый мир. Здесь смысл вот в чем. Поэтому мы по своему новому миру, который мы сделали, вправе говорить, что и мы были для какого-то мира своей новой фазой. Вот смысл всей этой моей книги. Ну и еще раз вам говорю, что мне лично нравится очень язык ее. Это вот эксклюзивный какой-то язык. Если я, например, считаю, что Библию написал искусственный интеллект, потому что там нечеловеческие использования языка, ну просто нечеловеческие, поэтому ее и все пытаются толковать, хотя казалось бы, ну если ты сам писал в своем этом монастыре, ну какие проблемы тебя растолковать то, что ты написал, ты же не в каком-то угаре это писал, а тут получается так, что с любых времен, пусть они там древние, новые какие-то, у нас в церквах столько этих святых отцов, и ни один из них не помнит, как он это написал. Ну как это так? Ну пусть не все написал, ну пусть кто-то передал, переврал, бабушка рассказала, дедушка рассказал. Это первое. А второе, что сам язык Библии, он совершенно другой по своему строению. В русском языке мы можем переводы эти понимать, потому что у нас очень гибкий язык. А в других языках там, в принципе, полная ботва. И я вам скажу, что ни с какого ни из греческого, ни с какого ни иврита вся она написана. Она написана на русском языке. Один пример, который вы, надеюсь, поймете, потому что когда я понял его, я просто обалдел. Там самое первое слово в Библии на греческом языке звучит «архе». Ну, знаете, архив, архивариус, там все это, архе. Вот переводчики наши на русский язык, они его перевели как слово «в начале». И вот что интересно, понимаете, здесь вопрос какой? Все комментаторы Библии, святые, блаженные, там, различные архиереи и тому подобное, за все эти 1500-2000 лет, как она написана, по их версии, они перевод-то и растолковывание делают слово «в начале». В начале. Они не растолковывают слово «архе», они растолковывают слово «в начале». Посмотрите, я просто обалдел. Представляете, все пишут не на греческом слове, это, представляете, 1500-2000 лет тому назад. Русского языка не было, а растолковывали слово «в начале». Везде, все. Я не нашел ни одного, кто бы растолковывал другое слово. Ну, какой-нибудь там архе, ну, не знаю, ну, там, древность какая-нибудь, еще что-нибудь. И, ну, и самое главное, что слово «в начале», «начало», вы знаете, вот, например, три начала термодинамики.
Начало – это обозначение, буквальное обозначение и исконное обозначение – это постулат, на котором формируется определенная наука. Три начала термодинамики – это три постулата, три закона – это термодинамики, на которых она построена. Или, например, архея. Архея – это вот один из тех духов, начал, про который я вам сказал в начале, это тот религиозный такой принцип, который является постулатом, поэтому перевод их одинаковый – постулат. И поэтому в постулате, на постулатах основана наша сегодняшняя вся ситуация, описанная в Библии, а не в каком-то начальном периоде времени, как некоторые пытаются рассказать. И все это говорят вот эти святые отцы. Они все это давно уже поняли, и поняли правильно. Я многих из них читал на эти темы, там огромное количество выдающихся умов работал над этой темой. Все они говорят только так. Ну и все эти начала, все это описание дала, конечно, какая-то машина. Но машина какая? Вот смотрите, для сегодняшнего нашего искусственного интеллекта мы тоже являемся машинами, потому что откуда знает игровой персонаж, кто его создал? Он смотрит на нас и говорит, ну надо же, как меня здорово описали всеми этими программами. А мы-то говорим себе, да нет, мы живые, а он говорит, ну как, вот жизнь-то у меня, у него там в компьютере, а мы для него искусственные какие-то или какие-то по-другому названные. Вот так же и те, кто писал Библию, они были из другого пространство из другого теста сделаны. Вот у меня в книге «Речь Ра», она ситуация, в принципе, на это очень сильно похожа. Потому что язык, который я записал, и который через меня транслировался, ну, можно сказать и так, он совершенно другой. Вы начнете читать, вы увидите это где-то с, знаете, 20% первой книги, они такие, как бы, роман, а потом идет все, вот только так, такое изложение, которое можно назвать, ну, библейским, что ли, не знаю, вот, по языку хотя бы. И знаете, что интересно? Каждое предложение является формулой. То есть можно вырезать любое предложение и ставить его в цитаты, и оно закончено по себе, его не надо ни растолковывать, ни увеличивать, ни дополнять. Это короткие предложения, короткие фразы, но они закончены логически. И это меня тоже очень сильно удивляло, потому что раньше я так никогда не писал. Казалось бы, вот у тебя есть роман, пиши там сколько чего хочешь и какими хочешь формами. Нет, вот раньше формы были такие, значит, началось здесь, закончилось через 200 страниц, ну и так далее. А здесь прям формула, языковая формула. И чтобы вы понимали, что такое языковая формула, я вам напомню как раз ситуацию с Новым Заветом. Помните, там было, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. И как там говорил уже в Ветхом Завете, в этом самом, в книге «Бытия» Бог и сказал, и стало так, и сказал он, сделаем давайте там человека, и стал так, человек появился. Представляете, то есть от слова, от формулы, какую он использовал, получалось, что формировалось то самое реальное материальное наполнение этого окружения, этого божественного окружения, появлялся наш с вами мир. Что такое слово? Вы знаете, это компьютерное слово – это часть программы, которую мы пишем на компьютере, чтобы создать компьютерную реальность с искусственным интеллектом. То есть мы никуда за пределы за эти не выйти не можем, потому что все делается по образцу. Ну и последнее. Если брать прямой перевод Библии, там все время говорится, что «и сказал, и стало так». Но если брать то греческое слово, и даже слово «сказал», и переводить его на сегодняшние наши момент языка, ну чуть пораньше, может быть, там на 100 лет пораньше, то там есть такое слово, как «рёк», «изрекал», «речь». И вот когда ставишь вместо слова «сказал» слово «изрёк», «рёк», «изрекал», тогда становится совсем по-другому. И «изрёк Бог так, и стало так». И вот поэтому она и называется книга «Речь Ра», потому что она написана о программировании нашего мира во всех его сегодняшних доступных стадиях. Первая стадия – это сказочная для нас доступная, вторая – это наша, и третья – это виртуальная, которая нас ждет. Вот так происходит программирование нашего мира. Книга написана в художественной форме, поэтому я думаю, что поймут не только технарии, но и гуманитарии. Я надеюсь на это. Очень много примеров, очень много притч. Я как раз накануне прочитал немножко книгу «Так говорил Заратустра», и он там сказал, что если ты хочешь, чтобы твое знание проникло
или как бы поддержала весь мир, то ты должен писать притчами. И вот, знаете, я тогда подумал, ну как это можно писать притчами? И когда я писал книгу «Ра», то она написана языком притч. Там идут сплошные притчи, маленькие, большие. И когда я их писал, я удивлялся на сам процесс. Представляете, вот начинаешь писать притчу, даже не знаешь, о чем она и в каком направлении она повествует. А когда пишешь, 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 и думаешь, ну надо же, оказывается, вот о чем. И когда конец, вот я вам одну приведу только. Представляете, перескажу своими словами, я потому что запомнить уже так буквально не могу. Сидит там Бог, условно говоря, на каком-то своем этом облаке и смотрит за ситуацией. Вот к нему приходит просьба там от одного пацана, который живет в деревне. Мальчик это говорит, вот ты знаешь, говорит, я вот плаваю так же, как все рыбаки на лодках, но вот не везет, не могу рыбы домой привезти, семья начинает голодать, там все такое прочее. А все остальные нормально. Ну и вот Бог думает, ну а что я буду вместе? А там ему, условно, ангел говорит, что ну ты же Бог, ты же можешь исправить ситуацию. Бог говорит ему, ладно, хорошо, вот ты сплавай туда, вот туда-то. Значит, там в том месте ты возьмешь рыбы, сколько тебе надо. Ну, стало так, парень сплавал, набрал себе целую лодку рыбы, все счастлив. Второй акт происходит, то есть смотрят его соседи, говорят, где ты столько рыбы наловил? Значит, и начинают печалиться, потому что он каждый раз привозит много рыбы, а у них начинают проблемы быть. Они продать свои маленькие запасы мелкой рыбы не могут, ну и, короче, проблемы. Опять этот ангел говорит Богу, ну ты сделай, чтобы вот и они столько, там, ну, как-то вот так. Он им там же тоже дает такую возможность, все вроде как нормально. Потом, значит, следующий акт. Они начинают конкурировать. И этот первый ребенок, мальчик, говорит, мол, вот мы конкурируем, сделай так, чтобы вот они как-то, ну, конкуренции не было, чтобы у меня счастье там какое-то появилось. Ну, он взял этот, Бог сказал, знаете, вот надо уплыть за горизонт, и вот там точно много рыбы, больше всего. Ну, все подорвались, поплыли за горизонт, и там куда-то пропали в результате. Ни их ни жены начинают плакать, не могут понять, ну как вчера привозили, сегодня пропали, вообще как они теперь без кормиться. Бог уже как бы в ступоре, а этот ангел ему говорит, ну а что ты не можешь вернуть их из-за горизонта, подумаешь, они там где-то потерялись. Бог, естественно, говорит, что хорошо, возвращайся. Эти прилетают, значит, к себе в семьи и говорят, все, мы вернулись, вот нам какая-то сила помогла, там все хорошо, все счастливы. Проходит время, жена начинает спрашивать, ребята, а где вы были-то вообще? Почему рыбы не привезли домой, явились там через какое-то время? Что вообще, что это было? Ну, те, кто были за горизонтом, они не знают, как ответить, они начинают придумывать, и Бог им как бы в голову впускает эту мысль, что, ну, придумайте, что вас там на вас напали пираты и удерживали вас. Ну, что-нибудь типа этого. Они придумали, значит, пошли сразу проблемы в семьях. Ах, у вас там пираты, они вас... Короче, получилась ситуация, что добрыми делами накручена такая ситуация, что в результате она привела, условно говоря, к какой-то континентальной войне, потому что с внешней стороны кто-то вмешивается, не вникая в какие-то вот эти механизмы, и механизмы из-за этого начинают ломаться. И вот на этой притче, когда я ее писал, для меня, например, по мере писания было понятно, стало понятно очень много, и таких притч, аналогичных других, там, хороших, плохих, может быть, чем-то лучше, чем-то хуже, их очень много в этой книге, она состоит из них. Поэтому я предлагаю вам почитать ее книгу, она недорогая в продаже, и самое интересное, что если вы будете брать непосредственно в магазине в Белых Альмах, то это, естественно, самая низкая цена, если кто за ценой следит, она и так недорогая, в принципе, даже и на том же Озоне она не особо дорогая. Но самое главное, что я надеюсь, что для вас эта книга откроет вам глаза по-другому на наш мир, и вы будете несколько более продвинуто смотреть на ситуацию, которая нас сегодня окружает. Уже не просто так, что вот, да, вот материя, давайте вот здесь выкопаем, здесь посадим, а все гораздо сложнее. Поэтому-то, в общем-то, мы и не можем создать альтернативных живых организмов, потому что мы-то раньше думали, что, знаете, выстрогал из дерева буратино, плюнул, дунул на него, как вот Бог, вдул ему туда душу, и он побежал там сольдами торговать или закапывать их. Оказывается, все намного сложнее. Нужно
как говорится, полюбить друг друга, потом ребеночек рождается. И вот этот ребеночек, как он там формируется внутри, сколько бы мы за ним не смотрели, это таинство, которое совершенно непонятно нашему мышлению. Да, мы можем фиксировать стадии, но мы не можем их повторить. Вот такая книга. Благодарю. Благодарю.